Вот мы приехали в Елабугу. Идем с Володей по улице Казанская. Казанская, да? Правильно же? Здесь вот такой красивый городничий стоит. Вот такой вот он, крутой. Вот и вот это городничий. Это городище. А ночью со всеми бухают. О, как классно. А здесь у нас всякие такие красивые дома. Вот так мы идем. А знаешь, как можно сделать, чтобы было видно, как мы идем? Смотри, вот так делаем, да? Раз, два, три. И он показывает нас, как мы идем. Представляешь? А, привет! Мы идем! Мы идем по улице Казанской. Погода классная, облака красивые, просто супер. Все, нажимаем. Да, и было тепло. И обратно поехали. Вообще жесть, да? Ой, и облака просто красивые. А тут в телефоне еще можно нажать, да? Он экспозицию запомнит. И будет экспозиция такая, ну, какую ты хочешь. Не будет меняться вообще. Ну, нажал это и зафиксировал ее. А сейчас просто я авто снимаю. Он картинку немножко темнее делает. Потому что облака. Вот здесь такие красивые дома. Музей истории города. Володя тут. Музей истории города. Вот оттуда получилось. Там машина. Красивые дома. Геймбл, это геймбл называется такая ручка. Вот тут еще один дворник стоит. Сейчас дворника заснимем. Красивое кафе. Почему-то на ремонте, да? Машины катают. Тут вот такой дворник с метлой. У нас тут где-то еще ходит Ирина, Галина, Алена, они, и потом еще Юля. Короче, они куда-то пошли фотографироваться. А мы тут вот так вот. Так. Я такой крутой в очках. Володя менее крутой из очков. Вот. Вот так. Это снимает Володя. Поворачиваешь, да, и он красивый в капюшоне. Вот сейчас капюшон. Большим кругом можно вверх вниз горизонт. Right here, right now, I'm only playing.
Потому что этот цвет постоянно меняется. Я тоже тут стою. А, привет! Ой, так классно, вьюг делает, да? И опять молодец. Как я по кругу могу ходить, смотри. Я думаю, что они оттуда бегом бегут, да? А что мы идем в фотку? Вот так можно еще сниматься, видите? Да, вот так, смотри, нажимаешь так. И он так хова делает вот так. Круто. Вот. И вот такое красивое небо здесь. Камушками под всеми травками. Травка? Если ставить такую хорошую травку, это называется полынга. Это полынга? Она очень-очень вкусная. А это как бойка? Ты чё? Чё мне так задрался? О, вот так всё хорошо. Вот так вот. Хорошо. И меня можно так показать? Где там я? Опа! И я тут есть, да? Я вот... И вот здесь автор. Ой, а у нас такая крутая полупалка, которая по всякому пути. Отлично. А вон там еще партизан. Партизан, вон там партизан. Красиво,
А лучше так же, лучше же задний переключать. Ой, я не побежала. О, крутой фотограф. Одеться, блин. Режиссер не сказал. Режиссер в очках. Так, да. Нет. Вы без очков? Да, очки. Так нажимаешь, смотри, раз, два, три. Опа! Much better.